Эти шерстяные вещи не просто согревают теплом, но и дарят целую жизнь. Носки, шапочки, варежки, кардиганы такого размера не встретишь ни в одном магазине. Они необходимы для новорожденных весом менее 2 килограммов. Группа энтузиастов клуба 28 петель вяжет эти вещи и передает их безвозмездно в перинатальное отделение. В минувший уикенд алматинский филиал клуба провел благотворительный турнир по бильярду. Все собранные средства пошли на закупку шерсти, из которой рукодельницы свяжут одежду для недоношенных младенцев. В этот раз мы уже хотим раздать ее по городам Казахстана, потому что в Алмате у нас очень активный клуб, у нас очень хорошие спонсоры, которые помогают и активно вкладывают в наш клуб. А сейчас вот от этого турнира мы уже решили в другие города отправить шерсть, тоже закупить и отправить. А сколько в клубе участников? Сейчас примерно в городе Алматы, если считать, это около 60-70 человек. Стать участником этого творческого союза может каждый – и мастер, и абсолютный новичок. В Алматы более 20 активных участников, и они с радостью принимают желающих присоединиться к своему социально ответственному движению. Все какие-то там посылы и движения помогать людям, ну, это... В общем-то, вещь не очень публична, да, и говорить об этом, кричать на каждом углу, ну, наверное, все-таки не совсем правильно. С своей стороны, если это оказывает какую-то помощь там, разным организациям, ну, в том числе и клуб 28 петель, я делаю по большей части анонимно. Вот. А сегодня вот, клуб совместно вот, с бильярдным клубом пригласили поучаствовать в благотворительном турнире. Хотя, по большому счету, я не такой большой игрок, да, но ну, любитель, но не сказать, что сильно хороший. Да. Но сама идея мероприятия помочь волонтерам, помочь девчонкам, которые тратят свое время, которые тратят свою энергию для того, чтобы помочь выкарабкаться маленьким крошечным детям. Движение 28 петель ширится, и уже появились последователи в других городах. В Казахстане уже 11 клубов. За 5 лет существования связано несколько тысяч детских вещей, в том числе для зарубежной помощи. Алматинцы передавали одежду детям из Ганы, астанинцы – из Пакистана. Только в прошлом году было связано около 2000 предметов. 1500 из них переданы нуждающимся.